народный артист России Игорь Крутой в воскресенье, 28 ноября, прокомментировал известием смерть певца и композитора Александра Градского. Александр Градский – огромного размера талант, и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания, он был достаточно категоричен, но его талант перекрывал все это. Человек он был достаточно сложный. Он мог много говорить о себе комплиментарно, но он имел на это право. Может, то окружающими воспринималось как-то не так. Но самое интересное, что все это было правдой. Не принято в нашем мире говорить о себе. К нему было огромное уважение и любовь всей страны, заявил Крутой. По его словам, последствия перенесенного коронавируса ударили по сердцу Градского. Саша не смог побороть это. Я уже видел в жюри голоса, он выглядел нездоровым. Думаю, его уже доставали последствия. Но он держался. У него замечательная семья, замечательная квартира в самом центре Москвы. Был момент, когда он делал ремонт. Этим он занимался серьезно, на десятилетия. Не собирался уходить, хотел жить и творить, преподавать, театр свой создавать. О смерти композитора стало известно ранее в этот день. Народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.